Ну и говоря про автобусы, отличившийся в хорошем смысле слова маршрут появился в Нерюнгре. Молодежный автобус стал еще одним подарком для горожан ко дню рождения города. Авторским проектом Совета молодежи при главе Нерюнгре стал простой рейсовый автобус. Но теперь эта единица автопарка видна за десятки метров. Рисунок на нем выполнен в стиле комиксов и символизирует в изображениях почет молодежи, которая строила город и которая продолжает его развивать. Внутри автобуса представлены фото разных поколений нерюнгринцев от 1975 до 2017 годов. Автобус будет постоянно курсировать по различным городским маршрутам. Ура! Это был первый проект, пилотный, скажем так, начиная от того, что какие размеры, да, как лить, на чем печатать, все это было в новинку. Но сейчас у нас уже есть база, практическая база, сам лично клеил. Поэтому я думаю, что от нас, непосредственно от отдела, поступит еще в главе города предложение по усовершенствованию автобусов и дальнейших. Возможно, это будет 9 мая, возможно, каким-то юбилейным событием или историческим событием, чтобы просвещать нашу молодежь, жителей таким вот необычным креативным способом.